Саламу алейкум, берзлай, и приветствую всех на нашем канале. Устраивайтесь поудобнее, сегодняшний выпуск у нас будет совсем необычный. Итак, сегодня мы будем открывать кейсы, которые мы получили за 100 уровней 5-го батл пасса в Лиос. Сначала перечислю вам те самые кейсы и что рандомно может нам выпасть из нее. Первый — это ключ перезагрузки цивилизации, с нее сможем получить награды на захвате склада за искры в торговом центре. Торговые билеты я не буду открывать, поэтому нету смысла о них даже и говорить. Потом у нас есть два торговых ключа удачи. С нее можно получить награды на захвате клада за удачу в торговом центре. Ну что ж, посмотрим дальше, что у нас есть. Итог сакуры мы позже переработаем. Итак, ключ сакуры используется для лимитного сундука фестиваля сакура. Дальше у нас идет ключ властителю, у которого нет описания, что она нам даст, когда мы ее откроем. Я позже покажу вам, что он дает, а мы пока идем дальше. Итак, следующий у нас купон обновления выбора. То есть, когда его используют, вы перейдете на эту окошко, и здесь, если хотите получить топовые вещи, нажимайте на супер обновление, то есть по 12 купонов использовать. И тогда вам может быть что-то выпадет из топового. Ну что ж, следующий у нас особый набор с золотом. Открыв, можно получить от 100 до 200 золота. Потом у нас идет ящик со скинами, со стрелкового оружия. Открыв его, получите на 7 дней один случайный скинчик какой-нибудь на оружие. Дальше у нас ящик с талантами. Открыв его, можно получить от 50 до 60 очков таланта. Потом у нас идет ящик с комплектами ключей, он даст нам ключ перезагрузки цивилизации и торговый ключ удачи. Итак, особый набор талантов, от 10 до 50 очков таланта можно выбить, открыв этот сундук. Итак, подарок привилегии таланта дает нам 500 очков таланта. Ну и последний ящик у нас — сундук сокровищ 5 сезона, который нам дается за выполнение РП. Ну, заданий батл пасса. Он даст нам от 500 до 600 золота, 10 или 20 очков таланта, 40 или 50 купонов обмен скинов, 2 или 4 купона заданий, или же от 20 до 35 купонов обновления выбора. Вот такая рубрика у нас сегодня. Теперь пойдем дальше и будем открывать эти кейсы. Посмотрим, что нам теперь выпадет из них. Ну что ж, приступим к открытию кейсов. Сначала мы будем открывать ящики, а потом используем ключи. Итак, первым у нас будет сундук с золотом, их у нас 44. Максимально мы можем открыть только 20 и будем открывать по максимуму, чтобы видос не затягивать. Так, 2 320 золота. Посмотрим, что дадут вторые 20 ящиков. Использовать и... 2 520. Ну, нормально, нормально. Ну и в конце у нас 4 сундука, они дали нам 520 золота. В итоге мы получили 5360 золота. Ну что ж, у нас есть 7619 золота. Сейчас мы сразу же купим сундук с талантами за 5000. И можете пойдем дальше открывать. Итак, сундуки с золотом мы открыли, а следующий у нас ящик с талантами. При открытии одного, который даст нам от 50 до 60 очков таланта. Их у нас 17, и мы откроем все сразу. И они нам дадут 858 очков таланта. Нормально. Так, комплект ключей снабжения. Этот ящик даст нам один ключ перезагрузки цивилизации и один торговый ключ удачи. Так, давайте используем.
Так, у нас еще один сундук с талантами. От нее можно получить от 10 до 50 очков таланта. И откроем сразу все 14. И 140 очков таланта. Так, и наш последний сундук с припасами, который даст нам 500 очков таланта. И последний сундук — это 5-й Battle Pass, который дается за выполнение заданий. Их у нас 12, и с него рандомно попадают разные ивенты. Так, и она нам дает 10 очков таланта, 95 купонов обновления, 180 купонов обмена скинов, 4 купона заданий и 1110 золота. Так, с сундуками мы закончили, давайте приступим к открытию ключей. И первым у нас будет... Ключ перезагрузки цивилизации. Их у нас 28. И будем открывать по 9 ключей, чтобы выбить хоть что-то стоящее, а не фуфло какое-то. Так, первая девятка. Поехала. 12 очков таланта, 10 купонов обновления, 160 купонов обновления скинов и 488 золота. Так, посмотрим еще. Итак, вторая девятка, что же нам даст? 40 купонов обмена, 34 купона обновления, 1488 золота и одна рамка аватарка. И третья девятка нам дает 200 купонов обмена скинов, 8 очков таланта, 13 купонов обновления и рисунок телец. Ну, знак зодиака телец. И последний ключ цивилизации. Посмотрим, что он даст. И 8 купонов обновления. Что ж, откроем сундуки вознаграждения за активацию ключей. Сундуков мы получили 2 ключа цивилизации. Давайте и их тоже активируем. И посмотрим, что она в конце нам даст. То есть эти 2 ключа. Так, мы получаем 488 золота и 4 очков таланта. Сейчас я вам покажу скин, который дали на 7 дней. Скин на М4. Но мы ее сразу же переработаем, то что у нас уже есть скинчик, даже лучше, чем он. Скин Авроры, Ангел Авроры у нас есть. Ну а этот скин, вот так себе. Но она мне вообще не нравится. Поэтому переработаем. Так, ну что, посмотрим и наш рисунок телец, какой же он. Не так себе рисунок. Но у нас есть VIP рисунок, это мне нравится больше, чем какой-то телец. Идем дальше. Давайте сначала переработаем все, что нам не нужно в инвентаре. И потом уже активируем другого ключа удачи. Все, лайк. Такс. Цветок сакуры. Все переработаем. Так, воздушный змей. 4 золота дает. Давайте разблокируем нашу аватарку и посмотрим, что она из себя представляет, какой он. Аватарка с рогами. Нормально. Лучше, чем ничего, можно так сказать. Так, мы поменяем свою аватарку на VIP персону. А сейчас давайте активируем торговый ключ удачи. Так, их у нас 3. И шанс на что-то топовое равняется к 0. Если нам не повезет, конечно.
Что ж, давайте приступим. Так, 380-108 золота. Талантов. Ну, очки таланта мне нравятся. Лучше бы они вместо золота и вместо какой-то ерунды всегда эти очки талантов дали. Ну, в общем, мы получили 5 очков таланта и 778 золота. А, как и ожидалось, ничего тупого мы не получили. Так, у нас теперь ключ Сакуры. Их у нас 4, и давайте постараемся выбить очки таланта. Фрагмент Сакуры. Купон обмена скинов. Еще раз. Купон обмена скинов. Давай. Эх, золото. Так, фрагмент Сакуры. Так, давайте сразу же переработаем их. То есть обменяем на очки талантов. Нам таланты нужнее, чем какие-то фрагменты. Так, 8 очков таланта. Итак. И последний ключ у нас, ключ властителя. Их у нас только двое. Два, то есть. Два я использовал пару дней назад уже. Так, смотрим скины этих турелей. Автоматическая турель. И ракетно-пусковая установка. Скины на турели. Давайте активируем их, не будет задерживаться. Так, очки таланта и... Фрагмент ластителя. Это хорошо, что фрагмент. На один фрагмент можно получить 2 очков таланта, если не ошибаюсь. Так, придется их обменять сейчас. Так, если 8 умножить, да, то 16 очков таланта мы получим. Так. Ну, на этом все у нас. Все сундуки открыты и ключи активированы. Теперь давайте откроем 100 уровень Battle Pass, чтобы вместе с вами взять скин Ангел Авроры на оружие М4. Я его не открывал. Ну, чтобы сами взять. Так, посмотрим. Ну, скин по мне очень классный, реально красивый. Спасибо разрабам за такой скинчик, конечно. Ради такого скина можно было купить Battle Pass 5 сезона. Итак, у нас есть 221 купон обмена. И сейчас мы постараемся выбить Хаммер и... Мотик со скином Хэллоуин. Теперь посмотрим, на какой попытке мы сможем выбить ее. Уже использовали вторую попытку. Третья. Такс. Базука. Нормально. Четвертая попытка. Она дала СМГшка, латунь. Пятая попытка, то же самое. Шестая и АКМ предвестник скинчик, нормальный скин. Седьмая. Так, все то же самое.
Восьмая попытка. Девятая попытка. Десятая попытка. С десятой попытки нам так и не удалось. Единственный спальник. Давайте купим его. У нас как раз нету скина на спальку. Как раз, кстати, будет. Шестая попытка. Ну, то же самое. И вау. На 12 попытке смогли выбить. И все 6 стоп. Топорушка, дроваш, хаммер. Кстати, после обновления хаммер они улучшили. А хаммер теперь не такой медленный, как раньше. И вот наш долгожданный мотик. Так, давайте-ка сейчас. Так, 1596 боевая машина. Вот, не знаю, какую взять. У меня был в плане взять мотик, а со скином Хэллоуин. Тут еще одну можно взять. То ли хаммер взять. Народ, это я чисто случайно нажал там. Чисто случайно. Я его не хотел покупать, но так получилось. Ну ладно, я вот этот мотик я заберу, который хотел. Хаммер-то я так. Взял его случайно. Забираем свой мотик и уходим. Ну все, идем дальше. У нас еще осталось 77 купонов обновления. Я решил всех потратить, потому что они больше не нужны нам. Так как новый Battle Pass я буду начинать так же, как и этот. Все заново. Че сколько будем набирать, то и будем открывать. Ну на этом все у нас. Если ты посмотрел до конца это видео, то не забудь поставить лайк и написать в комментариях, что бы ты сделал, если ты случайно купил бы не тот предмет, который хотел. В моем случае это хаммер. Я хотел купить мотик изначально, но получилось так, что я случайно, чисто случайно, палец автоматически нажался на покупку. И я взял этот хаммер. Ну, я особо не горюю. Хаммер-то тоже отличный. Я это думал, что он вообще медленный. А он, оказывается, был даже, кстати, хорош. Ну, на днях я вам выложу, как все я это протестировал, там, с хаммером и мотиком. Ну, а я прощаюсь с вами. Ждите новых выпусков. Всем пока-пока.